Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо Каментім з перемогою. Сьогодні переконував 8-1 над Феніксом. Будь ласка, ваш коментар після гри. Ну, що я хочу сказати, спасибо всім за ігру, ребятам. Команді Феніксу дати должне. Це наша бувша команда друзів. Ну, як вона? Вони не бувші, вони наші друзі, во главі з Віталіком. Він збирав, пытался сьогодні зібрати всю команду, але так як по неявці. Так би був би бой, я думаю, равний. Тому що ця команда непредсказуема. За прошлый сезон, когда-то у нас мы с ними очень довольно сильная борьба, а их игроков много забрали в другие команды. И из-за этого у них маленький сбор, но у нас сегодня получается как бы тренировочная, процессуальная игра, к которой готовимся на другие игры, потому что соперники дальше посложнее будут. Но сегодня удалось, попробовали с другие комбинации, все прочее, новые люди подходят, пробуют, испытывают. Но всем отдать должное спасибо за игру, хорошая игра, немножко эмоций, игровые моменты красивые. Организаторам спасибо тоже. Андрій, сьогодні забили гол. Скажіть, що сьогодні ветерани забивають у нас? Так, да, ветерани сьогодні забивають. Я цього гола теж чекав, тому що для мене треба зробити ривок, тому що я найстарший в команді. Сам собі зроблю наперед дню рождения своєму подарок, сам для себе. Малыш мой смотрит тоже в прямом эфире, ему большой привет, семье тоже. И спасибо всем ветеранам, что собираются, дали шанс в этой лиге играть и показывать хоть что-то еще, на что ты способен. Так что огромное вам спасибо тоже. Дякую вашей команде с перемогой.